Итак, предыстория. Вот такие вот кроссовочки прикупил себе в спортмастере на лето. Достаем. Упакованы, конечно, супер. Это уже можно снять. Выглядят следующим образом. Ну, как обычно, здесь у нас почему-то девятка вместо десятки, 43-й, ну, это типа 43,5. Вот смотрите, какая здесь мягкая стелька. Она не вынимается, то есть их можно стирать. Подошва пенка. Сетка очень дышащая, и за счет вот этих прожилков она хорошо держит форму. За счет этого ребра носок будет меньше, так сказать, мокнуть. Ну и здесь тоже идет а-ля, я даже не знаю, как это назвать. Ну, точно это не кожа, это заменитель. Но, тем не менее, они очень легкие, компактные, классные, черные. Черная подошва нужна для того, чтобы свободно можно было пойти в лес. Потому что если с белой зайти, это, конечно, мрак. Потом не дочистишься, не домоешь ее. И мои серые за это лето я их полностью убил. Вот они. Пережили они уже около 5 стирок. Но идея была в том, чтобы не было шнурков. Вот, потому что они очень сильно раздражают. На этих, я думаю, все будет адекватнее, нормальнее. Посмотрим, как они будут, как они себя покажут. Достаем второй. Сделаны, конечно, супер. Не знаю, как себя покажет вот эта вот стелька, но мне кажется, что будет довольно-таки комфортно. Очень сильно амортизирует. Она порядка где-то сантиметра. Ну, я так понимаю, что стельки отсюда не вынимаются. Они там приклеены. Ну, это, в принципе, даже возможно, что и прошито. Нет, скорее всего, просто приклеены. Ну, не знаю, посмотрим, как будет. В общем, кто ищет себе походную вещь на лето, на повседневку, я думаю, зайдет за милую душу. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока! Ну и вот так вот это выглядит в условиях парка. Ходить очень удобно, мягко. Нигде не жмет, не трет ничего. Так что удачной вам примерки.